Дорогие зрители, всем привет! А подписчикам, зрителям моего канала, тоже особенный привет! Получил посылки на почту из AliExpress, у меня их три. Здесь у меня монопод, именно оригинальный. Я раскрою его чуть позже, потому что сейчас хочу открыть именно вот этот конвертик. Я так полагаю, здесь у нас лежит стекло защитное на мою камеру. Вот, поэтому, как бы здесь сейчас находятся у меня пленочки, все это с момента покупки я не снимал, вот. Поэтому хочу наклеить на него и еще на свой аквабокс, секундочку, вот мой аквабокс, так что будем клеить его и скрывать. Собственно, вас прошу внимания все это дело лицезреть и быть свидетелем. Одна посылка у меня идет именно из Гонконга. Вот, я вам потом оставлю ссылочку. Вот такая коробочка. Много читал как бы отзывы о ней. И, собственно, на это полагался, что посредством знания других покупателей нужно брать то, что они рекомендуют. Вот. Спиртовая и сухая салфетка. Это вот стекло у меня, получается, будет на дисплей, на камеру, ой, господи, на аквабокс. И сзади будет клеиться на саму уже камеру. Здесь, видимо, идут наклейки для того, чтобы приклеить все, сделать ровненько и красиво. Вот, поэтому сейчас как бы вживую продемонстрируем именно всю эту процедуру. Так, хорошо, хорошо. Ссылку на описание я оставлю ниже. Именно как на продавца, на саму покупку. Так что вам там не нужно будет тратить какое-то время свое на то, чтобы найти. Все еще включается, выключается, надо было выключить. Вещи хорошие, вещи оригинальные, опять же повторяюсь. Вот. Это того стоит. Так, здесь я ничего не буду протирать, там все достаточно хорошо. Итак, приклеится. А вот здесь нужно будет сухой салфеточкой пройтись по дисплею. Камеру покупал оригинальную, аквабокс покупал тоже оригинальный. Палку заказывал, ну, монопод, тоже оригинальную. Приверженник того, я, допустим, что лучше купить вещь хорошую один раз, нежели покупать за 300, за 600 рублей, за 800, и даже пускай за 1200. Многие скажут, все равно как бы эта вещь хорошая, да, она будет у вас служить, как бы, и она будет у вас практичная, во всяком случае, наверное, заметьте. Вот. Но я все-таки всегда полагаюсь только на оригинальные вещи, и мне очень-очень здорово от того, что у меня вещь оригинальная. Все, как вы видите, стеклышко заклеилось, края идеально ровные, ничего не торчит, ничего не цепляется, все в идеале. Единственное, что сделаю, все-таки всегда я делаю это, вот, сделаю сгон, дабы там какой-то воздух уже точно был по краям, ушел. Так вроде не наблюдается, но это все-таки нужно будет пройти все равно. Наверняка уже, как говорят. Все. Камера готова. Теперь приступим к аквабоксу.
Операции все эти можно проделывать самому. Многие, допустим, ходят там каким-то сервисам, по каким-то сервисам. Это точечка у меня, ну ладно, протрою. Все-таки пришлось протереть. Я считаю, всегда нужно учиться на своих примерах, своими руками что-то делать. Так, это было сухое или влажное, уже забыл какая. Где и что, какая, вот как сырая тряпочка эта моя. Пробуйте всегда своими руками. Так будет гораздо интереснее для вас и будет уже полезным. Потому что вы уже это знаете, вы уже это делали, вы уже это сможете делать еще раз. И за это дело уже беретесь без каких-либо изъянов. Все. Аквабокс тоже у меня зашел. Сейчас вот этим вот протру. Но вот как бы хочу заметить, все-таки легло не очень прям в идеале. Легло не очень в идеальном состоянии. Но даже не могу сказать за счет чего. Края у меня основательно очень хорошо прошлись. Вот я показываю сейчас. То есть как бы не выпирает ничего. Ничего опять же здесь. Да нет, ну все идеально. Но почему-то вот нет такого, как на дисплее, уплотнения такого, чтобы село и исчезла эта белая пелена. Вот этого нету. Может быть, как бы это не критично во время съемки, но я, допустим, думать буду, что вот туда водичка будет затекать. И тут будет булька. Пузырь белый, он будет виден. Как бы защищает и защищает, но не в идеальном состоянии. Вот. Здесь я ничего не покупал. Я считаю, этого не надо. Пока пленка пускай болтается. На момент вот здесь моего хранения дома. В целом больше ничего сказать не могу. Коробка красивая, симпатичная, может быть пригодится для чего-то либо. Вот. Стекло прочное, толстое, хорошее на самом деле. Шаблоны не пригодились, потому что они ни к чему абсолютно. Вот. То есть можно проклеить самому. Вот. В целом как бы доволен. Ну а вот вечером уже сниму свой монопод. Сейчас пока не хочу. Это подруги заказывали стекло. Стекло на ее 7S. Поэтому тоже будет видео. Ссылка на покупателя будет то же самое. Всем добра. Пока.